теме. Проект журналистов Радиус ФМ о людях, событиях и фактах. Всем привет, меня зовут Андрей Ковалев. Хочешь летать, спроси у АПБ как. Встреча с ними изменила мою жизнь. Птицы перестали быть только воробьями, кормушки стали долгом, а дни длиннее. С пустого офисного ламината я перешел на мох жизнерадостных болот, с троллейбусного поручня на весло байдарки сварил я на гречку. Я косил 100 метров камыша на скорость ради гнездования редкой птицы, присутствовал при кольцевании на разливных лугах в Турове, насчитал аж 91 вид птиц в Минске и около него на чемпионате по спортивной орнитологии. Класс, да? Сегодняшний эфир я хочу начать так. Я просто не мог не озвучить эту впечатляющую цитату волонтера, которую прочел на сайте общественной организации «Охова птушек Батьковщины». В своем роде они крупнейшие по природоохране в нашей стране. А в теме у нас сегодня специалист общественной организации «Охова птушек Батьковщина» Карина Соловей. Добрый день. Привет, Аня. Все, кто нас сейчас слушает, можете присылать свои вопросы гостям в прямой эфир. Сделать это, как всегда, очень просто в виде коротких смс-сообщений на номер 3377, либо можно озвучить их на страничках Радиус ФМ в соцсетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Все на ваш выбор. Наконец, смотрите нас прямо сейчас на нашем YouTube-канале в режиме видеотрансляции. Вот продолжим такую хорошую традицию. У меня уже представители вашей организации уже третий год подряд. Такая уже добрая традиция встречаться на нашем радио, чтобы быть в курсе новостей АПБ. И говорим сегодня о пернатых друзьях человека, как не только защитить и сохранить их, но и помочь повысить их численность в природе. Итак, охова птушек, которую вы сегодня, Карина, представляете, достаточно известна в нашей стране. Направление деятельности очень разнообразное. Расскажите, а какие задачи все же у вас первоочередные? Вы все правильно зазначили, что охова птушек Батьковщины – это наибуйнейшая природоохранная организация в нашей країні. І накірунка діяльності у нас основних два. Перше – це заховання біоразнастайності нашої країни, а друге – це популяризація дикої природи, не тільки птушек, але й дикої природи у вогулі. Угу. Карина, розкажіть немного о себе, як ви попали в охову птушек, як це було давно, і яку роль це грає в вашій житті зараз? Це увлечення чи от гораздо серйозніше? Я працюю в охові птушек Батьковщини вже п'ятий год. По спеціальності я не біолог, але за цей час я добре підтягнула свої птушині віди і зараз не благо розбираюся у птушках. Мені вельми подобається моя професія, моя праця, і це, звісно, вже не просто праця, а стиль життя. Чим це проявляється? У першу, мабуть, чергу, що ти з'являєшся птушиним експертом для усіх своїх сябров, не тільки для сім'ї, але для сябров, для людей, які звертаються в організацію, вони можуть написати мені у соціальній сітці, типу телефонувати у будь-який час, незалежно, чи це вихідний, чи там післяпрацьовний час, чи якісь свята. І мені це радує, що ти можеш бути корисним на протягу 24 годин. От смотри, не вдаваясь в подробности структуры вашей организации, расскажите, кто эти люди, которые вот у вас работают. Это ведь не только орнитологи, да? И вот как стать членом оховы птушек Батьковщины? Так, у нас есть головные такие керовнейшие органы организации, это Центральный совет, якому мы все подпорядкуемся. У Минска працює секретариат, то бок это каля 10 супрацовников, которые розні накірунки, відказують за різні накірунки діяльності. Частка з них – це професійні орнітологи-навуковці, які займаються непосередньо природоохоронними акціями. А наш відділ – це відділ розвиття. Він займається просуванням, популяризацією дикої природи серед насельництва. Яким чином можна стати нашим сябром? Це зробити вельми просто через систему оплати складок і риб. Зробіть можна літерально у два кліки, коли у вас є картка будь-якого білоруського банка. Ми знаходимося у доброчинності ахвірування розділі. І охова птушек Батьковщини потім зробіть ахвірування. Ці оплатити членський внесок. Але перед цим треба зайти на наш сайт і заповнити анкету. Це саме такий перший важливий крок. Так, интересно, а вот сейчас спрошу такой вопрос, а как вы считаете, Карина, достаточно ли популяризует охрану природы животных птиц в нашей стране, или все же не все возможности задействованы?
Конечно, на жаль, пакуль што ахова прыроды не настолькі папулярна ў нашай краіне, як можа гэта адбываецца ў краінах Европы ці Амерыкі. Але гэта залежыць... А у вас, простите, перебью, был какой-то пример? Вы, может быть, путешествовали тоже, да, видели? Так, конечно, мабыць, самы яскравы прыкладам з'яўляецца тое ж праца нашых калегаў з Каралеўскага таварыства ахоў птушак. Яны працуюць ўжо вельмі даўно і маюць у сябрах звыш 1 мільёна члену арганізацыі. Гэта, канешне, вельмі натхняльны прыклад, і нават сама каралева таксама з'яўляецца сябрам каралеўскага таварыства ахову птушак у Вялікабрытаніі. У Амерыцы бёрдвочынг і як хобі з'яўляецца адным з самых папулярных, то бок пасля палявання і рыбалкі займае, мабыць, другое месца. У краінах Европы таксама там тысячы чалавек захапляюцца назіраннямі за птушкамі, бёрдвочынгам. У нашай краіне гэта пакуль толькі набіраю абароты такое хобі. Але мы тем не менее какой-то падзеемся, прагрэс ёсць, да, всё так, равно. З кожным годам становіцца ўсё больш тых, хто захапляецца птушкамі. Вось, ну, я лічу, што каб змяніць такое стаўленне да прыроды, трэба змяніць трохі вобраз мыслення, і гэта такі працэс, які складаецца не адзін год, але мы над гэтым працуем і спадзяюся, у нас усё атрымаецца, што аднойчы мы прачнемся ў краіне, дзе будзе проста тысячы мільёны бёрдвочараў. Угу. Это вот такая ваша мечта. Для тех, кто нас сейчас смотрит по YouTube-трансляции, вот могут, наверное, увидеть в кадр, попадают, вы принесли с собой вашу продукцию. То есть у вас так. Есть журнал, который называется «Птушки и мы». «Птушки и мы», да. Вот у вас есть своя продукция. Расскажите, для кого эта продукция, собственно говоря, предназначается, как ее достать? «Птушкі і мы» — гэта часопіс, які атрымліваць усе нашыя сябры. Ну, становіцеся сябрамі АПБ, і абавязкова 2 разы на год вам прыйдзе такі прыгожы пташыны часопіс. Там мы распавядаем пра самыя гарачыя навіны з пташынага і наогул свету дзікай прыроды, які адбываюць у нашай краіне, які адбываюць у свеце наогул. Угу. Яшчэ нас ёсць бюлетэні, паштовачкі, вызначальныя табліцы. То бок вельмі шмат прыгожай, цікавай прадукцыі. І она весьма разнаобразна, как я уже успел в этом неоднократно убедиться. Лепечки. Птушка года. Да, наклеечки у вас тоже есть, я вижу. Расскажите про прогресс. Вот спустя, допустим, что произошло за ушедший 2017 год, что нового? Я вот читал то, что у вас вроде как должен появиться или уже появился центр для зимовки летучих мышей под названием «Кажанополис». Так, это один из самых яскравых и запоминальных моментов 2017 года. Разом с Менским отделением АПБ мы запустили такой проект, как «Кажанополис». То бок место, где могут найти себе такую допомогу и поддержку кажаны, то бок летучие мыши. Есть с ними такая великая проблема, когда люди находят их у зимку, будят их на местах зимовок, и они не могут сами уже заснуть, как бы упасть в спячку, и им потребна заниженная температура. И мы такие умовы можем скласти, разместивши их у специальным таким месце, которое является звычайной лядовней. Але до этого треба их... як бы агляд правесці такі спецыялістамі і калі трэба, то падкарміць. Так, еще прочитал на вашем сайте, что вы открыли новый ресурс, он называется «Онлайн-трансляция из гнезда». И теперь для того, чтобы увидеть редких птиц, не обязательно вот ехать, да, в места их обитания. Достаточно иметь компьютер и выход в интернет. И что удивительно, птицы не боятся повышенного внимания и с удовольствием позируют на камеру. Так, насамрэч гэта не мінулагодня, а ўжо не першы год у нас цягнецца такі праект, як пустальга онлайн, напрыклад. Гэта... А пустальга — это птичка, да? Так, так, сокол пустальга — гэта такая вельмі прыгожая, досыць яскравая птушка. І трансляцыя адбываецца ў верасці, можна назіраць у гнездавы сезон. Как бы жыццё онлайн этой птушки. И опять же, раз уж мы затронули это, вот вы говорите, в Бресте, а в Беловежской пуще у вас тоже есть свои камеры, я правильно понимаю, какие-то? То есть, так, вы... у Беловежской пуще есть сачэнне за жывёлами с допомогой фотопасток. Это 30 таких специальных
фотокамер, якія спрацоўваюць на рух жывёліны. І калі нейкі звер праходзіць міма, то яна робіць фото ці здымае відэа. І гэта вельмі захапляльны і цікавы такі серыал з дзікай прыроды атрымліваецца. Самымі такімі незвычайнымі назіраннямі мы дзелімся праз нашы соцсеткі. Падпісвайцеся ў Хоп Птушак Бацькаш на ВКонтакце і Фейсбуку. І, простите, ёсць на канал у вас дзікай прыроды. Ёсць, да, канал? Так, так, на канал на YouTube таксама. Ну что ж, давайте сделаем на небольшую паузу сейчас и продолжим после нее говорить о наших пернатых друзьях, о птицах. Слушателям напомню, вы можете присылать свои вопросы нашей гости на номер 3377, а также сделать это в группах ток-шоу ВКонтакте, на Фейсбуке и на Одноклассниках. Не переключайтесь, оставайтесь в теме. Проект «В теме». Все самое важное и интересное. Каждый белорус знает, что белорусская природа – предмет особой гордости, это отмечают и многочисленные туристы. В нашей стране зарегистрировано немногим больше, чем 320 видов птиц, и каждый год из этого немалого количества оховой птушек Батьковщины выбирается одна, которая и получает звание «Птицы года» или «Птушки года». Напоминаю, что сегодня, что мы снова в прямом эфире, а в гостях у нас специалист общественной организации оховых птушек Батьковщины Карина Соловей. Итак, давайте поговорим про птицу года. Насколько мне известно, в прошлом году, в 2017-м, это у вас был хохлатый жаворонок. А сейчас, я так понял, уже вот судя по тому, что вы мне принесли, собственно говоря, тут и написано, птушка 2018 года, это шигел. То бишь щегол. Вот. Как вы их отбираете, собственно говоря? Какое это, то есть я так понимаю, это голосование, да, и это птица, обязательно ли это представитель исчезающего вида или не только, то есть какие критерии изначально отбора? Так, компания «Птушка года» працуе ўжо ў нашай арганізацыі з 2000 года. Абіраюцца ў нас птушкі і існуюць насамрэч пэўныя крытэрыі. Птушка павінна абавязкова гнездавацца, то бок жыць у нашай краіне. Птушка павінна сустракацца як у вясковай мясцовасці, так і ў гарадскім асяродку, быць досыць заўважнай, то бок мець нейкія прыкметы такія яскравыя, і таксама мець пэўныя праблемы, якія мы можам, калі не вырашыць, то дапамагчы вырашыць, хаця б паўдзельнічаць у гэтай справе. І абіраецца яна наступным чынам. Аднаго кандыдата прапануе цэнтральны орган нашай арганізацыі, гэта цэнтральны савет АПБ. Другую птушку прапануе кандыдата сакратарыят, то бок супрацоўнікі Менскага офісу. А трэцяга кандыдата вы абіраеце, як бы усе мы з вамі на сайце з дапамогай апытанкі. Такім чынам у нас атрымліваюцца тры птушкі і фінальнае такое канчатковае галасаванне адбываецца на з'ездзе нашай арганізацыі. То бок гэта такі вялікі сход, які праводзіцца раз у год для сябраў. Кстати, вот совсем скоро, да, насколько мне известно, 27 января уже в Минске пройдет 21-й съезд АПБ. Расскажите, Карина, какие вопросы там рассматриваются и кто его участники? Так, все правильно. 27 студеня пройдзе 21-й з'езд «Ахов птушак Бацькаўшчыны». І, звычайна, туды завітваюць сябры АПБ, але мы запрашаем да ўдзелу і ўсіх жадаючых, таму што там будзе частка як такая афіцыйная з працэдурнымі некімі элементамі, дзе могуць прымаць удзел толькі сябры АПБ. Але можна далучыцца, па-перша, на месца да нашай арганізацыі. А па-другое, яшчэ ёсць лекцыі і выступы для ўсіх жадаючых, дзе спецыялісты, арнітолагі, навукоўцы будуць дзяліцца некімі адкрыццямі, дасягненнямі, цікавымі праектамі, то бок можна паслухаць яшчэ і лекцыі. А ў першую чаргу гэты з'езд праводзіцца яшчэ для таго, каб не толькі сябры АПБ маглі сустрэцца і з супрацоўнікамі паміж сабой, але для таго, каб даведацца, якіх дасягненняў якія дасягненні былі ў нашай арганізацыі ў мінулым годзе, якія планы ў нас на наступныя гады. Вот в начале нашего эфира я прочитал комментарий одного из волонтеров вашей организации. А много ли их вообще у вас? Чем они занимаются? Я услышал, что они часто выезжают на природу, а летний сезон проводят, например, в лагерях специально. Так, насамрэч, у нас каля
свыше 150 волонтёраў, і кожны год іх колькасць павялічваецца, гэта вельмі радасна. Далучыцца можа кожны з вас праз запоўніўшы анкету на нашым сайце, гэта ptushki.org/анкета, так па гэтай спасылцы можна нас знайсці. І у волонтёраў вельмі шмат прапановаў у нас для волонтёраў і працы. Гэта можа быць як некая офісная праца, так і сапраўдныя такі прыродаахоўныя летнікі, якія адбываюцца на Туровскім балоне і на балосе Ельня, на іншых прыродных тэрыторыях. Угу. А ещё я знаю то, што кожны год у вас праходзіт многа акцый, а сярод іх адна з іх называецца птушкі ля кармушкі, то бишь, птіцы ў кармушкі. В гэтым году она также праходзіла. Так, звычайна акцыя птушкі ля кармушкі адбываецца кожнае трэцяе выходнае студзеня. Прыняць удзел можа любы ахвочы, любы жадаючы, і для гэтага трэба на працягу гадзіны палічыць птушак усіх, якія прыляталі да цябе на кармушку. У мінулыя выходныя адбылася ў нас такая чарговая акцыя, некалькі тысяч чалавек узяло ўдзел, але вынікі будуць вядомыя заўтра, якія віды былі самыя папулярныя ў гэтым годзе ў нашай краіне на кармушках, якія цікавосткі завіталі у птушыну сталоку, таму што з кожным годам усё больш птушак застаюцца зімаваць у нашай краіне. І такім чынам з дапамогай такіх улікаў можна даведацца, якія незвычайныя віды засталіся на зімоўку і атрымаць такі дадзеныя незвычайныя. Вот наверняка большинство тех людей, которые нас слушают, и не только, большинство из нас хотят помочь нашей природе, которой приходится не просто с наступлением цивилизации и птицам в частности, но мы не знаем, как помочь и что сделать в наших силах. А может даже иногда вместо помощи мы наносим, не зная сами, некий вред, неправильно подкармливая или приручая. Что вы можете, Карина, на этот счет посоветовать? Напэўна, першую дапамогу і падтрымку, якую мы можам зрабіць, гэта патрымаць маленькіх птушак, верабійна такіх абразных узімку. Бок вадаплаўных птушак мы не раім карміць, асабліва ў летку, восені і ў весну, калі гэта цёпла надвор'я. Бок часта людзі для забавы любяць карміць паўбатона, калі гуляюць у парку, але гэтага нельга рабіць, таму што мы збіваем прыродныя рытмы птушак. Яны не злятаюць потым у вырай, і гэта вялікая праблема. Таму, калі вельмі хочацца дакладна дапамагчы, лепш павесіць кармушку ў сябе за акенцам і падкармліваць птушак на працягу ўсёй зімы. Гэта можна рабіць напрыканцы восені, пачынаць і скончваць да таго моманту, пакуль не сыдзе снег і не пройдзе мароз. Падкармліваем мы звычайна не салёнымі, не смажанымі чорнымі семкамі, насеннем сланечніка, і гэта самая універсальная простая падкормка. Калі хочацца неяк там разнастаіць гасцей на сваёй птушынай сталоўцы, то можна туды дадаць трошкі свежага яблыка, ці разынак, ці пшына, напрыклад. То есть свой вклад может нести практически каждый человек, буквально не выходя из дома. Так, все правильно, а увесну раім размясціць у сваім двары ці на участку каля дачы сінічнік. Угу. Карина, я узнал, что вот впервые в Беларуси званием защитников дикой природы Nature's Hero награждают природоохранников. Этим званием с этого года будут ежегодно чествовать лица или группы активистов, да, за выдающуюся природоохранную работу на национальном или местном уровне. А можете рассказать об этих людях вообще? Кто это? Это люди, которые досягнули пэўных прыродаахоўных такіх подзвігаў, і вырашылі мы ўдзельнічаць з гэтага году ў гэтай прэміі, але я думаю, што мы працягнем і надалей адзначаць людзей, якія ўнеслі некі ўклад у прыродаахоўную дзейнасць. Хто гэтыя людзі? Я думаю, што варта пазнаёміцца асабіста, прыйсці на наш з'езд 27 студзеня і паўдзельнічаць у цырымоніі ўзнагароджання.
То есть можно просто прийти и поучаствовать, да, так, я правильно так понимаю? А, возвращаясь к вашим уже многочисленным акциям, вот читал, что в июле-августе у вас проходили птичьи вечера в Лужском парке, да, где каждый желающий во время пешеходной экскурсии смог познакомиться с пернатыми обитателями, их научили различать вот, по голосам и позволили в специальный бинокль рассмотреть жаворонков, зябликов или синиц. Будет ли продолжение этой акции? К сожалению, реклама до нас не дошла, я бы и сам с удовольствием пошел. Так, с минулого года мы запустили такие птушиные экскурсии в формате Free Walking Tour, чтобы коли кожный ожидающий может прийти на экскурсию, и коли ему сподобалось, может покинуть некие ахвяравання. Лег это все по жаданию и не обовязково. Вели такие экскурсии орнитологи, бердвочеры, то бок люди, которые назирают уже мэтанакированы не один год за птушками. Прошло у нас каля 12 гэтых экскурсий, и у гэтым годзе мы так само будем протягивать, потому что есть великий попыт на птушек, на веды, дознаться, кто живе побач с нами и лётае. И я спадзяюся, что с приходом теплой весны мы распачнем новый сезон таких птушиных экскурсий. Проходили они у парках Менска, то бок у парку Чалюскінцаў, у Лошадскім парку, на Чижовском водосховище, у самых птушиных местах столицы. Ну и время нашего эфира подходит к концу. Наверное, последний вопрос вам, Карина, задам. Расскажите, поделитесь, какие еще у вас, может быть, интересные планы на этот год и чего бы вы могли пожелать нашим слушателям, которые сейчас вот нас услышали и захотели как-то, опять же, помочь нашим пернатым братьям. Так, у нашей организации вельми великие планы на наступный год. Окромя такого кола с мероприемства и акций компании, которые у нас отбываются традиционно и штогодово, мы запускаем великий проект «Будь здоровы с птушками», коли головным, мабуть, такой цікавым мероприемством этого проекта будет то, что у 10 городах Гомельской и Брестских областей запустятся школы бердвочеров, где люди смогут бесплатно поудельничать и научиться вызначать птушек. Гэты проект будет скерван именовито на городы Брестской и Гомельских областей. Потом мы протягнем обовязково упрыгоживать городы птушиными граффити. И наступное з'явится у Клічаве и у Бресте. Еще вельми цікавый проект в Мейорском районе будет по брендированию этого региона птушиными символами. Шэры журавель – это символ Мейорского краю, и великий проект будет працаваць менавіта на то, как популяризовать их птушек там. У весну мы запрашаем вас на фестиваль Куликова в Турове. Улетку будут обвестки про волонтерские летники, природоохраны. В общем, практически каждый месяц, каждое время года у вас какие-то акции да есть. Так, я так понял. Сачыць за нами найлепш за ўсё, это у социальных сетках. И прасцей, мабыць, даведацца адтуль, як далучыцца да таго ці іншага мерапрыемства. Пажадаць я хачу, каб вы звярталі больш увагі на птушак, на дзікую прыроду. Потому что нават недавно были доследования австралийского университета, что те люди, которые назирают за птушками, они уменьшают уровень своего стресса, они меньше подвержены депрессиям и занепокоенности. Тому нават не только добрый физический стан, але и психологичный залежит от птушек, от назирания с природой. Карина, я вот скажу нашим слушателям, открою секрет, опять же, тем, кто нас не видит. У Карины весь эфир практически в руках вот такая птушка. Это, наверное, как раз и есть птица года, да, так, щегол. Так, это черноголовый щегол. И так как вот вы мне сказали про то, что снимает стресс, я предлагаю сейчас вам на нее нажать. Она будет издавать специфичные звуки, и под эти звуки я буду с вами прощаться. Вот, да-да-да, к микрофону. Что же, на сегодня это все. Напоминаю, меня зовут Андрей Ковалев, а в гостях у нас сегодня была специалист общественной организации «Ахова птушек Батьковщины» Карина Соловей. Всего хорошего, до встречи на волнах Радиус ФМ и, конечно же, частуйте птушек у зиму. Всего хорошего. Будь в теме на Радиус ФМ.